что где кто-либо вошел, надо сказать пароль. Если люди знают, что того не впустят. Пароль нужен, если бандиты хотят что-то украсть, всегда должен быть пароль, а то они это украдут. С мамой поменяла на планшете пароль. Потом я сидела, и я все-таки отгадала. Потом у мамы отгадала. Пароль надо угадывать, чтобы открыть сейф. Будет там что-то хранить, надо набрать пароль. А если кто-то захочет забрать его, то он не сможет, потому что он не сможет узнать, какой у него пароль. Чтобы закрыть, а чтобы потом никто в нем не лазил. Когда играют, загадывают пароль, и человеку надо говорить пароль. И если они скажут пароль, значит, они заходят.